Активистки местного отделения Союза женщин России испекли для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, имбирные пряники. Акцию посвятили Дню защитника Отечества. Идея испечь и отправить на передовую пряники принадлежит Люберецкому отделению Союза женщин России. Акцию в округе проводят второй раз. Люберчанки уверены, это порадует и согреет душу солдат, напомнит о семье и доме, о том, что их ждут. Я первый раз делаю такие пряники, вкладываю сюда душу свою, чтобы отправить бойцам на фронт, передать немного тепла. На один день превратилась в художественную мастерскую общественная приемная «Единой России». Участники расписывают пряники, изображают солнце как символ масленицы и напоминание о весне, и, конечно, рисунки ко Дню защитника Отечества. Немножко соприкоснулся вот с ребятами, с детьми. Ну, как-то там у меня что-то получилось. Ну, по крайней мере, точно могу сказать, может, не совсем красиво, но точно съедобно. Они такие оригинальные, и это все нанесено собственными руками вот ребят, которые здесь вот находятся в этом зале. Я думаю, что наши ребята, бойцы, когда получат, ну, это будет какое-то удовольствие. Сладкие подарки упакуют и доставят в зону СВО. Их вручат мобилизованным люберчанам вместе с письмами и очередной партией гуманитарной помощи. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.